Добрый день, меня зовут Лейла, чем могу вам помочь? Консультация в таком формате полностью исключает возможность контакта между оператором и абонентом. Теперь такие виртуальные консультанты встречают абонентов интерсвязи. В дистанционном формате с ними можно решить любые вопросы. Несмотря на то, что эти технологии достаточно дорогостоящие, мы считаем, что стоит в них вкладываться, в этом будущее. И это, кроме безопасности, несет еще и удобство. Южноуральцы уже оценили такой виртуальный контакт. Кому-то все это напомнило офисы ведущих IT-компаний мира. Специалисты южноуральской компании отмечают, такие разработки – это не вынужденная мера, а задел на будущее. Дистанционные сервисы постепенно становятся частью абсолютно всех сфер жизни. Очень много разных реакций, когда человек видит, это необычно. Многие удивляются, говорят, вот как здорово, как замечательно, что появилась такая возможность, но сравнивают с технологиями японскими. То есть достаточно интересный опыт для людей. Южноуральские пенсионеры в курсе фишек компании «Интерсвязь». Вот, например, на уроках по компьютерной грамотности изучают работу приложения «Умный город». Наши пенсионеры могут получить различные услуги, узнать какие-то новости, узнать, что происходит например, во дворе и так далее. Челябинские пенсионеры – самые прогрессивные пенсионеры в стране. Они знают, как записываться к врачу и оплачивать коммуналку онлайн с помощью умных сервисов интерсвязи.